Ученые нашли способ, как спасти картофель от вирусов и бактериальной инфекции. Для человека картофельные болезни не опасны, но урожай они могут снизить на 70%. Сейчас мы находимся с вами на участке, на котором явно видны проблемы. Проблемы именно картофеля, проблемы качественного семян. И вот мы с вами видим, уже с посадки, после полных всходов, мы видим уже, что растения нету. Есть выпады, есть болезнь, которую мы должны с вами диагностировать. Это поле, на котором выращивают продовольственный картофель. Большая часть растений поражена вирусной и грибной инфекцией. Результат – треть растений может погибнуть. Все болезни картофель получает от материнского клубня. Поэтому решение может быть одно – создание качественного семенного материала. Оздоровлением картофеля разные научные коллективы занимаются уже 10 лет. Здоровые клубни картофеля проращивают. Под микроскопом из проростков выделяют клетки образовательной ткани. Вскоре из клеток формируется регенерант – целое растение. Обязательно это полученное растение мы расчеренковываем и многократно проверяем различными лабораторными методами, иммуноферментным анализом, методом ПЦР-анализа на присутствие вирусной инфекции. Только убедившись в том, что в растениях нет вирусов и они не страдают бактериозами, ученые приступают к их размножению. Пробирочные растения разрезают на части и высаживают в питательную среду. Мало еще получить оздоровленные пробирочные растения, ведь картофель – это полевая культура, и им должны каким-то образом из пробирки, из стерильных условий с этими растениями перейти уже в поле. Для этого существует несколько методик. Можно отмыть корни от агара и поместить в кассеты с почвой. Другой способ – выращивать картофель в гидропонной установке. Растения не соприкасаются с почвой, а значит с болезнями и насекомыми-переносчиками этих болезней. Они получают все питательные вещества из воды. В итоге фермеры точно знают, что им достался здоровый картофель. Анна Говорова, Георгий Сарсеков, Евгений Лешин, Игорь Мостовой, Инфокс.